Добрый день! Сегодня приготовлю шоколадный торт тирамису. Поэтому сначала готовим шоколадный бисквит на кипятке. Для приготовления бисквита сначала взбиваем желтки и половину сахара. Добавляем растительное масло и просеиваем какао-порошок. Перемешиваем миксером до однородности. Далее вливаем очень крутой кипяток и перемешиваем миксером. Масса должна получиться гладкой и без комочков. Соединяем разрыхлители мукой и просеиваем в один прием. Взбиваем тесто миксером до однородности. К белкам добавляем щепотку соли и сахар и взбиваем до плотного состояния. Далее небольшими порциями смешиваем белки и шоколадное тесто. Выпекаем бисквит в разогретой духовке 25-30 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной шпажкой. Во время выпекания бисквита первые 20 минут духовку не открываем. Готовому бисквиту даем минут 5 постоять в кольце, затем вырезаем из кольца и снимаем фольгу. Даем бисквиту полностью остыть на решетке, а затем заворачиваем в пищевую пленку и храним в холодильнике до сборки торта. Достаем бисквит из холодильника и снимаем пищевую пленку. Шоколадный бисквит на кипятке получается очень ароматный, вкусный и пышный. Далее разделяем бисквит. С помощью ножа наносим заметные насечки вдоль всей окружности бисквита на нужной высоте от основания. Левая рука при этом должна постепенно разворачивать бисквит. Готовим крем для торта. Для этого в большой миске взбиваем до устойчивых пиков охлажденные сливки с сахарной пудрой. Маскарпоне размешиваем лопаткой до однородного состояния. Аккуратно смешиваем маскарпоне и взбитые сливки. Накрываем готовый крем пленкой и отправляем в холодильник на 20 минут. Для пропитки торта тирамису смешиваем коньяк и кофе. Как приготовить кофе, есть отдельное видео у меня на канале. В небольшую миску отправляем часть крема, которым потом будем украшать торт. Накрываем крем пленкой и отправляем в холодильник. Далее немного крема перекладываем в кондитерский мешок. Собираем торт. В разъемную форму вставляем кольцо из ацетатной ленты. На дно формы отправляем небольшое количество крема и немного распределяем.
Отправляем в форму первый корж и щедро пропитываем бисквит кофейной смесью. И с помощью кондитерского конверта распределяем крем. Далее повторяем все эти действия с остальными частями бисквита. Оставшийся крем перекладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой и отсаживаем наверх торта по всей поверхности. С помощью конверта украшаем торт, формируя небольшие капли. Накрываем и ставим торт в холодильник, желательно на 8 часов. Через 8 часов вынимаем торт с холодильника и посыпаем верх торта какао-порошком через сито. Затем убираем кондитерское кольцо и ацетатную ленту. Торт тирамису получился легкий, вкусный и очень ароматный. Шоколадный торт тирамису готов. Приятного аппетита!